Стоит. Что еще у вас есть? Да не, слава богу, это первое, наверное. Хотя не, наверное, не первое. Ну, короче, нет, здесь нормально. Нету ничего. Никакого гав. Здесь вообще ничего нет, в принципе. Здесь лайтово. Все разработки идем в Китае, там, наверное, все блочит. Все, я выхожу. А у нас здесь чисто дистрибуция, там партнерство, куда бы распихать. Ну, тестировки, тест какой-то есть, но. Я не знаю, честно, мне самому непонятно, что тут происходит вообще. Зачем столько народу собралось?